Локвид, что ты на пале использовал? Вов, эмо-хакер. Это что такое? Это чит, сам не первый. Спидхак, флайхак, там что хочешь, по-моему, да, есть? Через этот аддон можно было даже делать на холли присте бесконечно. Ты типа по арене летал, спускался, джагой бил и снова улетал, да? Не-не-не, просто на, мы на механоцикле, блядь, сразу под ворота протировались, блядь, когда чуваки выходили только, блядь. Да, это только на L1. Вы там все такие, тю-тю, блядь. Это еще X25 был. Знаю, что у вас было, я раз против двух нахуй слов так играл. Меня, блядь, тайфуном встретили, покрывали, да? И что? Ну сидел ты на замене, и чё ты? Ну, типа, видите, он пошёл, ответьте надо. Так, понимаю, ему отменили, чтобы потом за много не зачислили. Как я понял. Что потом не искать тебя, блядь, в списках, тебя отменили сейчас, и потом тебе дадут косарь, блядь, как и всем, блядь. Талу, он пишет в чате. Не, погоди, ой. Так без меня неплохо захилил. Он на замену, так-то он сидел. Я что-то тот же суть не улавливаю, если он сидел этот сразу на замене Сони. Да. Он Сони сидел. Но он, ну, так... не сидел, когда мы уже второй трай только начинали, он пришел. Тогда я еще сказал. Ну окей, он сидел в Sony. Вы ему сейчас 500 зачислите, потом всему рейду вы зачислите 1000, а ему придется 500 накидывать за весь виклик. Они сняли сейчас 500 ему. Ну так я и понял, я объясняю, нахрена снимали. Погодите, зачем вы снимали 500, если он сидел на замене? Надо было меньше снимать. А чтобы не было такой хуйни, надо, блядь, пропускать либо ГП стендбай нахуй, и все, блядь. ИП ГП стендбай. 75% кто на замене пишет, блядь, каждому реалу и ПГП стендбай, нахуй, и он пишется ему в реал, типа ответку. И, короче, все, кто были в это время в онлайне, нахуй, получают это. Даже в рейде именно надо сидеть. Получает 75% типа. Вот это каждый раз кого-то на замену в рейд брать, это вообще, блин, не то. Там есть, короче, там даже без... сейчас мы попробуем. Не, это в ЕПГП-системе есть, это в команде. Бля, если чел даже по ГС в инст не проходит, ему тоже не чистят, что за хуйня. Да. Если он прописал замену, но там как каждый орел смотрит, конечно, если ему написали в ПМ, он может его снять. Это каждому орелу надо писать в ПМ, а ну сейчас. Где там команда, короче, Midway. Кто я ровно смейнил? Так, Войт. Можно я потанчу? Ну, блять, я не так неплохо захилил. Да просто и в танке дамажу сейчас. Так, ну там надо через ник писать. Удачи, мистер Горский. Сука, игра нету. Не таунтиц.
Подводи в рейд. Ну, аура коня нам нахуй, конечно, нужна, да, да. Я от огня поставил, мне пофиг. Алиса, хуй, поменяй ауру. Поменяла. Да, я вхилась. Мастер, забирай другого, Войт, подводи. Я всем хил. Подводи Кромбику, отводи короля. Ну, она ману шарится. Они его 24 что ли? Ооо, сейчас сдохнем. Нет, но она типа прокает иногда. Я хуй знаю, типа тот чел, который хозяин этого акава, всегда хилил флешкой, и у него никто не... Я вижу его сборку, короче, блядь, я вижу, какой это хозяин, мне хватает это. Билд я сама сделала. Пацаны, это... Вихрь, отошли нахуй от босса, милики. Чё ты материшься, мастер? Я сегодня что-то вообще без настроения, особенно после выбора, нахуй. Не похер. Да, наверное. Нет, твои. Тут ПВП, надо тринки ПВПшные чисто. Чё? Лой. Нет. Соответственно, ребят, только ролим по мейн спеку. На оф спек Т4 вы не ролите. Замечу. Получите АТП. Вот, смотри. А если на мейн не надо здесь, да? Ничего. Ну, ты, соответственно, ребят, Т4 оставляйте другим. Некоторым надо тоже одеваться. Конечно. А ну, агров Т4 нормально. Там просто когда лунный огонь вешается, там на 3% минус дамаг идет от босса. Ну да. Так, а тебе что там, плечи, да, надо? Плечи, да. Надо. Кафе пошли. Ну смотри. Пиццу закажу. Я знаю. Нет,
Для турбо, если будет по агру, то нормально, можно и в одного танка. Дайте стаминку там, пинту. Первые на пулы Вайдана, следующие все на пулы даем мастерам. Нет, первые два на пулу. Первый один. Первые два. Турбо, ты далеко, ты где там? Турбо справа. Да я не умешаю тебе. Рейнджу, Рейнджу, Рейнджу набрали, Рейнджу. Да, Гера, не? Слышь, беспонтовая. Сейчас бы босс как просто пришел. А ну-ка, Войт, расскажи, блядь, мне тактику на 14-го босса целка с Альвагосуна. Его тут паладином спроси, блядь. Это на циркуле была одна хуйня такая, блядь, короче. Блядь, паладин говорит. А ну, расскажи мне тактику на 13-го босса целка, блядь, с Альвагосуна. Ебать, я ему агра снял, нахуй. Мультя. Там на смойке стоит. Да лучше не подбивай. У него 105% нормально. Бля, он вообще упустил его. Бля. А, там мосса следующий. Да, 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 не опускай. Нормально. Там мосса упустил. Рейнджу. Так же есть по петиции, не у котов. Да я сейчас дам помочь этот сальбо точно. А я сейчас него, блядь, дам его. Да не, говно на самом деле. Хаос. Что там случилось? А там бы пизда была, я вообще восьмой по агру. Ты да? Прожимайся 7 стаков и босс бьет в тебя одного. Два удара сразу. Если мы сделаем вот так вот. Чё, ты в танка сделал? Молодец. Просто... Капля дал, да? На хп прожми. Турбо, давай, порт.
Ну, не знаю, 55% нормально, кстати, на с черепом побегать. Эти черепи есть обычные? Да. А с чем ты бегал до этого? С выбором. Нахуй тебе выбор обычный, блядь, если череп обычный, намного лучше. Я тещу. Ничего не надо тестить там, я уже давно все протестил. У тебя сколько крита? 55 было сейчас. На, это в рейде. Да. Это очень мало, блядь. Да, нормально, мне хватает. С черепом 2% крита, ну. Не знаю. Я без играю лука без... играю. Я без лука в Wolf играю где-то уже лет 8. Тогда. Я просто смотрю в ДБМ, нахуй мне, блядь, слышать его. Да. Я либо смотрю за ДБМом, либо смотрю за шарами. Конечно. Да, за шарами это важно смотреть. А чё, кто-то слушает боссов вообще? Прикинь. Какие-то войды, блядь. Ну, обычно ДБМ. Как же не хватает апокалов, колбы. Это очень не хватает. Как же не хватает воли и чешки, да? Воли и чешки тоже не хватает. Ну потом сейчас с ШМ сделаю, можно с турбой будет соревноваться в DPC. Че нет? Когда ты не оденешь, блядь, кожаные шмотки, до тех пор ты нихера не будешь давать. Успокойся. Пока ты не соберешься кап. У меня кап нормально будет. Да нихуя не будет нормально. Да. Уже видел, блядь. Да, пим, что за сумами. Рычков шемом, блядь. Некоторых на БГ, блядь, паладинов, нахуй. Дохнут, как мухи. Да, слышишь, вообще паладинам нереально. Если ты без хила, вообще нереально на БГ идти. Это полный беспонт, когда в противоположной команде ты хила и толпа, блядь. Паладин подхиливаться может, ты чё? Да, блядь, когда на тебя 7 миликов налетело, давай-ка ты подхилься. Ну ты хантом похилься. Так вот, вчера на БГ пошел нахуй. 7 тел, блядь, милишников, и сзади холипал хуярит и хилит, ёпта. И похуй, что за нас в сенсоре был, блядь. Который мог этого холипала, блядь, выебать, высушить, и всё бы... Всех бы нахрен трепали там вообще. Блин, сенсор такой классный. Сенсор такой классный. Я бы, кстати, если бы колбу выбил себе на паладина, я бы колбу нахуй ставил и череп вместо этой маски ебан. Куклы Вуду. Ну, разве что для красивого прока, как волю, блядь. Крылья. Только я что-то эти крылья не вижу. Не, маска Вуду заебись будет там, блядь, будет быстрее колба набираться. Ну, есть. Но это надо еще все тестить. В смысле, есть тебе? Посмотрю. Вуду топ. Пока нету с Джайны. Его будет, блядь, прокат буря, блядь, соответственно, будет прокат, блядь, колбана. Буря прокает, он просто не шарит. 24, да? Он да, просто да, не да. Шарит. Конечно, конечно. Ты что мне про Пала играть рассказываешь? Я, блядь, Пала не играл, нахуй. Ты не рассказываешь 9 лет игры, нахуй за Пала, блядь. А, ничего, дости. Чё, трэш? Давай, чё? Засумонились? Кого сумон? Плюс чат, давайте, оперативнее. Ну, и чё, у вас на L1 дамажит паладины? Где на L1? Не знаю, у вас же он одинаковый везде, просто иксы разные. Ну я на X5, типа, это нормальный дамаж. Конечно, на, у нас вот ты бы пришел бы и сосал бы своим паладином. У всех. Как? У всех паладинов или у всех? У всех других классов. Конечно, знаешь почему? Потому что ретрики, блядь, не должны быть в ДПС.
Да у вас на Алладин может и топе, блядь, ебать. Конечно, если, блядь, он фулл битсовый, а рейд нахуй вообще лол. У нас фуривары, блядь, о, точнее маги первые, потом фурики идут и там ФДК либо АДК нахуй дают. И даже не так ханты третьи, нахуй. Даже вторые и первые третьи, они где-то так борются за это. Борются за выживание в рекаунте? Да. Ну когда были баганные трапперы, то трапперы были вообще первые ПДК судьи. На сурке именно. Не говорю про сурка. Да, там не смысл, что он был баганный, это сервак просто так. Там что-то была хрень какая-то с этим, блядь. Удар не мангустом, а ударом ящерицы или как-то. Одноглазый. Я не помню, как называется, давно на ханте не был, но... Я когда-то пытался, типа, играть этим, траппером, ну, да. Но траппер — это немножко ротация, другая, и мне что-то не хотелось привыкать, тем более ханты не мои. Ну, мидвей прислал. Плюс, плюс. Два куба закроешь? Плюс, 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 плюс. Меня, плюс. Блядь, в хаме вчера, блядь, закрывал нахуй кубы, потому что, блядь, какие-то утырки не могли закрыть нахуй. А почему бой? И... А почему бой? Потому что, моб везет моба. Они потому что мобы ведут в счете, да? Ну да, потому что Медвей у нас с этим, да. Потому что он аура коня ставит. Я нормально. Она аура конского дамага. Не забираю Ксении Собчак ее работу, да. А я будет дедэшить. А Ванзай знает, как их прожимать? Да, я... Да. Я, в принципе, могу не бить от меня ДПС и так. Так, а ты не бьешь. Ты просто стоишь, главное, твоя задача будет... Я знаю, на касте нажать и держать. О, а у нас тут баф и да. А после трэша в ДД? Да. О, уже понеслись, дамажи, дайте свистит, алё. Да пиздит по-любому какой-то косой. Да, наёбывай. Еще слышал, если кубы не прожимать, то этот, короче. ДПС вырастает. И лут падает сразу, да? 10 токенов, то 4. А у нас, короче, блядь, вчера в хэбе багнулся, блядь, магик, короче, ну второго трая, короче. Он стоял, тупо даже его танчить не надо было. Он тупо в центре стоял, нихера не делал, даже не автоатакил. А, это да. Бывает такая практика. Ну на пол два ханта, на пол сразу пусть дают. Да я ему по два на пол даю и срываю потом. Да все равно, давай по КД. Понимаешь, что ГКД там идет какой-то, ну, какого-то скилла, но все равно зато босс не срыв. А тут... Агрописюнов очень много. А мне похуй, я стопать не буду.
Да. Лоу, красавчик. Ну так я ж тебе говорю, пись камеры. Вот так, нормоль. Все. Чуть-чуть правее. Чутка. Хорошо. Что ж у нас рейд нету сиськомеров? Может кто-то и сиськомер? Да. Откуда ты знаешь? Может быть и такое, да. Я что-то слышу эти звуки, блядь, да? Слева экрана. Да. Пицца с обрыва долечена. Так, я могу тебе дать инициаль у тебя? Может, Геру? На кубах, не? А мне когда не повесилось, лол. Повесилось. Не повесилось, окей. Лол. А где мидвей вообще выкасили? А, у меня на кубах. Я слаку. Я хотел уже его, нахуй, подъебал его шреддер, передамажился. Нет. А, бля, сейчас меня еще передамажит, сука. С паладинов меня еще пока никто не может передамажить. Ой, пора одевать паладина мейном, да, да. Сука ебаная, блядь. Вот, блядь, сука, я не прочитал, кто кинул его нахуй, ну. Готовимся, да. Шреддер кинул, блядь, боб. Я только тебе сальву кидал. Ай, кубы. Добрый вышку. Ну никто не плюсовал, если плюснул, соответственно, ты же бы в рейд взял, правильно? Правильно. Ну никто не ДК Фаргот. Как там кубики? 10 секунд. Да, можно успеть. А я не про то. Не могу. Сейчас кубы будет. Жали. Сейчас подойду. Так он пятнашку держит. Мульти. Все, наверное, да? Больше не будет уже. Не, не будет. Дал по нему свали. Хоп, сразу. Хоп. Даже, сука, поп тебя не спас, да, Шреддер. О, а то тебя уйти не надо. Да. Короче. Чё, гол третью карту, аля. Я отошёл.
А чё лут такая шляпа-то? Чё, лут 260-й уже? Как, блять, успел нам? Ну чё, меня, наверное, Ванзая замените, да? Я вам в РСК ж не нужен с таким ДПСом, правильно? Тебе надо четвертую карту и профолбитру. Для РСК. Нихуя, я мешок свалил, блядь. Зефирит, сука. Ванзай, иди сюда. Я уже в Долоране. Давай ко мне подойди. Кому ко мне? Мастерова. Стой на месте. Стой. Я на выходе. Спасибо. Ой, отлично. Это тогда у меня еще перчатки сейчас будут 45-е. Ну, Шредеру и Брюлику, по-моему. Там его фразу надо сказать. Час, час. Так, тогда я ливаю. Бля, сока босс на третью карту рейсается. Спасибо. А, нет. Да, нет.